Ну, Кубань, поздравить надо. Пожелать вам удачи в Кубке. Проиграли мы, на мой взгляд, первые где-то 30 минут, когда моменты Кубани достаточно были неплохие. Мы не могли взять контроль игры. И мяч под контроль. Много очень было потерь в этот период. Но в целом матч кубковый. Был у нас свой шанс. Мы его не использовали. Наверное, закономерный 1-0. Но Кубань отличается хорошими единоборствами. Они, Кубань, я так думаю, по единоборствам она одна из лучших команд лиги. Этому противопоставить мы, я говорю, первый тайм не смогли. Мы находимся очень долгое время в одном городе, мы здесь остаемся и тренироваться, и все. Выезжать нам некуда, потому что в Саранске погодные условия для тренировок, они не позволяют. Поэтому мы решили здесь остаться и готовиться к следующей игре.